Blender 2.81, и хотелось бы в этом ролике разобраться, как сделать именно вазу здесь. В мае рассмотрено, здесь теперь можно еще раз это дело посмотреть. Так, закрываем картинку, включаем, у кого есть, кому нужно, включаем видимость нажимаемых клавиш, N панель, клавиша английская N. Вот такой у нас куб, жмем 3 на нампаде. Заходим в Add, находим Image, Reference, подставляем. Находим его, где он находится. Жмем Load, загрузить. Reference подгружен. Колесико зажатое, все это дело вертит, крутит. Теперь ставим, можно транспоз. И вот так все это дело вдаль уводим. Так, следом 3 на нампаде. Нампад — это цифровая клавиатура с правой руки. Так, все это дело установлено. Select Box. Теперь нажимаем табуляцию. Переключаемся на куб. Жмем. Так. В Edit Mode заходим. Следом жмем Alt-M, Alt-Center. Теперь можно опять же транспоз включить и поднять вот эту штуку до середины. Подогнать. Вот так. Select Box. Shift, зажатое колесико. Все это дело колесиком приближаем. Shift. Зажатое колесико вертим, крутим. Так, 3 на нампаде. Если сбилось у вас что-то, жмем E. И экстрадируем вот эту вот вершину по чертежу. E, щелчок, вытягиваем. E, щелчок. И потихоньку так вот моделируем. Если где-то что-то закругление, тут надо больше точек добавлять, чтобы все это более-менее плавно было. Ну, где-то можно и от себя картинку изменить. Вот чуть-чуть угол больше дать. Вот такая прикольная штука. В принципе, в Blender очень удобно моделировать. Это опять же дело, кто к чему привык. Но лично мне прикольно. Так, опять же нажимаем E. И продолжаем все это дело вести к завершению. Ну, вот эту верхнюю часть можно чуть-чуть побольше сделать. Она при сглаживании уменьшится. Вот опять же доводим по чертежу до середины. Все прикольно, все зашибись. Теперь картинку можно отключить. Теперь английская B, все это дело вершины выделить. Нажать 7 на нампаде. Если работа какая-то сделано, то можно продублировать, немножко сохранить, вдруг что-то вылетит, экспортировать в формате, допустим, даже в формате вот сохранить просто можно в формате Blender. Так, десктоп и Save As. Так, все это дело есть. Теперь давайте попробуем все это дело крутить. Вот находим спин, вот это. И пробуем теперь все это дело крутить. Нажимаем, и вот так все это дело
перекручиваем. Можно не до конца, чтобы потом все это дело соединить. Таким образом, снимаем щелчком выделение, переключаемся на Select Box, выделяем одну вершину, жмем зажатый Shift, вторая вершина, и нажимаем Alt-M, и жмем Alt-Center, и соединяем вот так вот каждую, чтобы все было хорошо, красиво. Alt-M, Alt-Center, и так потихоньку. После соединения вершин получается вот такая полностью ваза, прикольная. Ее можно, конечно, делать и пустотелую, но потом выборку можно просто выбрать вычитанием. Вот такую штуку, вот ее уже можно сохранить. Предварительно, опять же, зайдем в Object Mode. Вот такая получается ваза. Можем в Object зайти, сделать конвертацию, превратить это все дело в Mesh. Теперь, если зайдем в табуляцию, смотрим, что да как. Вот такая штука. И теперь заходим в Add Modificator. Можно сабдивизии добавить. Вот так ее сгладить. Вот так. Побольше. Вот такая получается прикольная ваза. Вот такая штука. Потом можно здесь в скульпт мод все это дело пролепить, где-то добавить какие-то узоры, опять же используя по прошлым роликам текстуры, и текстурами узор тут можно поднанести кистями. Так, можно не сохранять в таком виде, Ctrl-Z, и вот это дело все. Так, посмотрим, что тут. Конвертация to mesh. Теперь можно сохранить файл и экспортировать все это дело в Opsh. Назовем этот файл. Уже такой есть, вот красным горит. Надо на плюс нажать. И он сделает, вот третья у меня будет заготовка, экспресс, экспорт. И теперь вот одну можно сохранить после сабдивизии. И посмотреть, как это все дело будет выглядеть в ZBrush. Так, файл apply, применяем и жмем export opsh. Жмем на плюсик и экспорт. ZBrush 2019, двадцатку не стал включать. Давайте импортируем сюда именно вот эти вазы, два варианта. И посмотрим, как это все здесь будет выглядеть. Сначала посмотрим вазу номер 3. Открыть. Сейчас она подгрузится. Вот, есть такое дело. Вот так она прикольно выглядит. Вот так. Шикарненько, хорошочко. Так, теперь подгрузим именно вазу номер 4. Вот так выглядит ваза номер 4. Вот таким вот образом. Если где-то есть у вас отверстие, то можно зайти в геометрии и нажать Modify Topology Close Holes. Вот вы видите, что все закрылось. Отверстий нет. Также здесь можно поменять именно вот эту сетку.
Можно сделать и из RMS, а можно сделать и DynaMesh. DynaMesh резолюцию можно чуть-чуть прибавить, включить Project и нажать DynaMesh. Сейчас сетка, вот вы видите, насколько уплотнилась. Ну и также можно использовать сглаживание и всякие разные функции к этой вазе применять. Вот она теперь стала гладкая, прикольная. Также можно сделать здесь вычет. Вот эту пустоту именно после DynaMesh делаем вот такую штуку. Делаем дубликат. Теперь включаем прозрачность. Ставим вот таким вот образом. Переворачиваем модель. Move. И вот так вот ее уменьшаем. Вот именно так, чтобы видеть, сколько чего, где стенки. Вот такие сильно тонкие стенки не делайте. Потом будет все это дело ломаться, но есть способ все это дело, конечно, подправить. Так, теперь что нужно сделать? Вот, допустим, нижняя часть нам не нужна. Вот эта. Мы ее можем просто Ctrl-Shift обрезать. Здесь пустота нам вот до сюда где-то не пригодится. Делаем DynaMesh этой модели. И теперь верх вот так вот маскируем. Ctrl-I. И вот этот верх нужно вытянуть вверх, короче. Вот таким вот образом. И снимаем выделение. Смотрим, что да как. Так, можно, наверное, еще немножко его здесь вот сделать потоньше. Вот такая штука. Толщина вроде нормальная. Все пойдет. Ставим на вычитание. Переключаемся на верхний subtool. Жмем теперь merge down. ОК. И снимаем маску на экране. Сейчас произойдет вычет, и будем смотреть, что тут да как. Вот вычет произошел. Вот такая получилась ваза. Вот таким образом. Если вот так ее замаскировать пополам, сделать Ctrl-W и Ctrl-Shift, закрыть одну штуку, вот вы видите, что вот такая внутренность здесь. Чтобы все увидеть, можно нажать Display Properties и нажать дубликат. Вот такой произошел вычет. Вот такие стенки и так далее. Ctrl-Shift, возвращаем все на место. И вот эту вазу можно еще немножко полирнуть. Именно в деформации полишем. Вот вы видите, что гладко все. Можно шифтом чуть-чуть здесь вот края подкорректировать. Ну, вот такая штука. Теперь добавить ручки, добавить узоры можно. Ну и словом, можно поставить перед каким-нибудь, я не знаю, зданием или женщине какой-нибудь модели. Вот пригодится такой сосуд под воду. Все, всем пока, до свидания.